Всем привет, вы на канале Чупчик Брау. Ладно, Чупчик мы. И сегодня мы открывать впервые такая рубрика про Брау Старс. Вот смотрите, давайте сейчас вам покажу пакетик. Тут у нас есть бравлеры, также скины. Тут у нас есть ворон, новый скин, легендарный скин Спайк, но тоже сверхредкий редкий скин. Мистер Пи, Биби, самый редкий скин на Шелли, Брок, не помню, какой-то скин. Это у нас Рико скин, Джин и Барли. Я за него очень хорошо играю. Биби скином и обычная Биби, и Тара. Ну, на втором пакетике все так же. И тут у нас просто коллекция. Не знаю, китайцы, наверное, просто коллекцию поставят. Наверное, другие фигурки, но не знаю. Следующий это Брок. Вот, у нас два таких. Это более красивый, он такой. Не знаю, более. Давайте начнем открывать первый кейс. Это у нас Бул. No, I'm in charge. And stay down. Angry Bull. No, I'm in charge. Только он тут не сильно похож. У меня была такая фигурка, только она была давно. А, скин на Була похож, потому что Була так не сильно похож. Я еще тут вкладыш. Я сейчас открою. Сам так открою. Вот. Все, что тут может быть. Не знаю, это правда. Ну, давайте посмотрим. Ну, у нас просто обложка Брау Старса. Тут даже редкие скины. Ну, это, можно сказать, не самый крутой. Но у нас есть еще пакетики и мегаящик. Очень большие мегаящики. Это у нас тут сейчас все вкладыши. Это у нас, видите, это обычный ящик. Только они тут немного неправильно сделали. Вот этот цвет должен быть внизу, а голубой должен сверху. Правильно я сказал? Не знаю. Давайте откроем. Повторка. Это был такой же. Наверное, в кейсах будут повторки. Но у нас все лишь два кейса. У нас может быть тут не повторки, надеюсь. Кладыш, ну кладыш, можно даже не смотреть. Это такой же кладыш. А тем не назад скамили. Вот сюда поставим. Два була повторки. Вот сюда. Я не буду вообще этих скинов. Будем думать. Вот тут. Но даже есть один скин, который нет на обложке. Ходит, все нормально. Сейчас давайте сейчас. Это у нас. Это Джин! Подожди-ка, это у нас вот этот Джин? Да, это вот этот Джин. Только это скин от Джина. Вот такой он Джин. У меня есть Джин, только не такой скин. Мифический бравлер. Так, вот Бул. Я вот этого Бул вообще не помню. Как я этого скин. Ну, это, наверное, старые пакетики. А, там что-то еще есть. Фух, мои любимые карточки. МЗЛ. Скин такой. Поко Локо. Сейчас взорвется Поко. Это у нас Биби с мечом. Ну, нет, так что есть. Нет, три карточки, вот, нормально.
вас уже скидывать. Ну, последний. Не знаю, что там. Хоть что интересно. Карточки. Вот вначале не карточки, что хочу вначале увидеть карточки. Это у нас обратно Поко. Такой же. О, вот это мне уже нравится. Прикольно, новый скин. Это у нас вот этот Мортис, он мне очень сильно нравится. Вот это два нового скина. Таких два скина, мне кажется, не было вообще. Этот Джин, они разных цветов. Это такой. Я поставлю тут. Оп, все. И вот такие карточки нам выпали. Я думала, нам Леон выпадет. Вот, вся коллекция. То, что... Если это видео наберет много лайков, то мы купим все, что было в магазине. И будем смотреть, выберем нам Ворон или Спарки, даже Леон. Какие-то легендарные бойцы. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, всем пока! Thank you.